Весь мир блок, Лола Тайлор. Всем привет! У меня очень-очень грустная новость. У меня выскочил прыщ на щеке. Даже не знаю, с чем это связано. Я сижу и до сих пор не могу нормально подправить волосы, чтобы красивую фотку сделать. У меня как подружка модели, и она сейчас выбирала фотку классную. Вот. Дилюба говорит, что там все крутые, хотя... Нет, три там крутых. Ну, три крутых, но там две из них расплывшие у меня там лицо. Нет. Она одной вообще шикарная, мне очень нравится краска, которую подружка выбрала. Сейчас тебе я скажу, которую подружка выбрала, и она как раз сейчас монтирует. Вот это вот у меня подруга выбрала. Как бы мне тоже так помолодить, фоткаться красиво. Ребят, вы знаете, что я стала замечать, что я перестала фоткаться вообще? Да, кстати, да. Угу, потому что я перестала нравиться себе на фотографиях. И вот на видео-то я всегда зачетная, ну как, ну, моя профессия, сами знаете. Любимая племяшка уговорила его на серьезный шаг. На очень серьезный. Новый телефон купить. Потому что, ну реально, ой, как бы, блин, то, с чем она ходит? С Huawei M92000. Качество ужасно, и я не верю, что он стоит 92, потому что... А ты сейчас гуглила, что продать можно за 70. Ну, кстати, ребят, продаю телефон. Да, продаю Huawei телефон, советую его, честно вам говорю. Вот честно. Да, ну что за глупость? Ну что за глупость? Ну так я не продам телефон. Айфон. Берите айфон. Всем советую. Короче, да, я просто долго решала с него, потому что я... привыкаю к телефонам довольно-таки долго. К этому привыкнешь быстро. Ну, я надеюсь. Короче, купила я себе все-таки iPhone. Долго решалась, молодежь меня уговорила. Вот, небесно-голубой. 500, сколько там гигабайт? 512. 512 гигабайт. Ну, буду разбираться. Да. Ой. Я 2 года решалась на эту покупку. То есть всегда я скептически относилась к телефонам, айфонам. 2 года на это решалась. Да, слишком старые закалки. Никакие люди не нравятся. О, ну камон. Я твоя тетя. Есть теперь у меня тоже телефон. Мой дом, наконец-то посылочки сезона. Сейчас будет распаковка. И мой новый телефончик, конечно же. Айфончик. О. Чего гавкаешь? Опять попкой виляет. Это Тимой сладкий поросенок. Так, у нас распределение обязанностей. Почему, когда ты меня снимаешь, я выгляжу такой стрёмной, причем вечером? Я не знаю, днем еще более-менее как-то ездить. Не знаю, Танюш, честно слово, не знаю. Как это, персик какой-то вкусный. Ладно. Точно. Так, ребят, смотрите. А я готовлю рыбу. О, да. Вообще... Так вот, вы же знаете, что я купила себе iPhone, да? И я думала, что я не смогу привыкнуть, но уже даже привыкла. Короче, давайте, чтобы вы рассмотрели каждый кусочек, я вам сниму поближе вот так. Это подгоревший чеснок. Боже, какая крутая песня, мне она нереально нравится. Это плавленый сыр. Не плавленый, а французский. А, да. Вообще кайф. Танюш, достала тарелочки? Угу. Это салатик, который мы приготовили. Мой букетик рос там с меня. Ну, как вы уже поняли, да? По Танюшке. Я без фейстюна, без всего. Мы пошли кушать. Пошли. А то я буду писать воспитанной. Срачок не бы лучше убрала. Я приготовила ужин для меня и племянницы. Сейчас я вам покажу, как красиво. Ой, какая красота. Приятного аппетита. Ребят, на столе очень грязно, согласна. Вот на таком расстоянии мы друг от друга сидим. Таня попросила у меня соль. Дотянешься? У нас, кстати, подружка ждет, пока у нас... Да подожди, я тебе дам сейчас, ладно. У меня подруга ждет, когда у нас будет прямой эфир, потому что она говорит, там будет мясо. Мясо? Она верит в это. Так, я все еще кушаю рыбку.
Ну, она, конечно, вообще качество хорошее, да? Ребят, сейчас произошло такое интересное событие. А мне позвонил друг. Говорит, я сейчас приеду ненадолго, хочу тебе кое-что подарить. Я думаю, о, прикольно, подарочек я люблю. Да, и он приехал и ни с того ни с сего подарил мне вот такие кроссовки. Но это не просто кроссовки. Это нечто большее. Это кроссовки, да. Кажется, они белые, красивые. Но на них написано «Лола Тейлор». Блин, это так прикольно вообще. Вот такие кроссовочки классические. Я очень люблю классические кроссовки. Нет, я люблю разные кроссовки, но такие кроссовки – это вообще так необычно. Так, сука! Подписали все нахуй на этот сайт! Быстро, пидоры! Нахуй! Ебанутые! Короче, ребят, сегодня со мной происходит нечто странное. Очень нечто странное, и я расскажу вам, что. Короче, я выпила редуксин, вот, и обычно я всегда его пила, то есть все было нормально, да. Но я замечала, что есть какие-то такие, знаете, психологические, то есть бешусь там, злюсь там и все такое. Вот, а сегодня я выпила, и у меня прям, знаете, такое чувство внутреннего дискомфорта. Я даже, ко мне пришел друг, а я прям как-то так себе вела странно. Ну, в общем, а все, кто пьет редуксин, ни в коем случае его не пейте, потому что очень сильно влияет на психику. Ну, ладно, а теперь о хорошем. Точнее, не о хорошем, а просто... Смотрите, сколько у меня посылок с Озона. А, и сейчас я их подожгу. Короче, вот Озон, мои посылки. Я решила их сжечь, потому что это смотрится очень эффектно. Красота, да? Я жарко стоять возле него. А, как красиво. Посмотрите, как пламя, да, вот. Как прям, знаете, блин, я даже не могу. Я даже дар речи потеряла, смотря на этот огонь. Красота. А сегодня я буду готовить вот такую рыбу. К сожалению, не было больших кусков. Поэтому я взяла 4 куска, да. Ну, в смысле, потому что буду я и подружка, вот. Хочу себе подарок сделать, блин, а то я себе вообще ничего не покупаю, хожу в одном и том же, блядь. Нет, первый подарок был Гуччи, ты себе купила часы потом. Нет, ну в прошлом году единственное, что я купила, это кроссы Louis Vuitton, и теперь мне нужен Фен Дайсон, потому что я о нем думаю очень-очень-очень-очень долго. 2 года я о нем думаю, и такая думаю, блин, надо в конце концов просто взять и сделать это. Да, надолго решаться на эту покупку. И сейчас... Ну, страшно разочароваться, типа, вдруг что-то там не понравится, и нихуя не будешь еще... Ну, типа, просто феном пользоваться, окей, а там же насадки крутые. А укладки она делает зачетные. Вы видели мои укладки до этого? А там должны быть еще круче. Умножить на 10. Вот. Да. Куда уж круче. Короче, мы идем за феном. Приехали сюда. Конечно же, со слога пульца. Да, если нет, ну ничего. Такая, не достаешь, да? Мы не отчаиваемся. Когда я телефон выбирала, тоже не сразу. То есть я пошла несколько магазинов и как бы, ну, вот. И сейчас мы едем в другой магазин. Надеюсь, удачно улыбнется. Это значит, что будет повод сегодня что-то отметить. Это я очень люблю. Тестируем фен. Что-то он как-то не работает, что холодный воздух есть, а горячего нет. Можно сделать вот так. Ты расключаешь, он не работает. Ну. И в чем прикол? Очень классная насадка, если засунуть ее внутрь, будет обдувать писечку. А включи еще раз. А есть так, чтобы вибрировало и крутилось? Видишь, ты не такой шумный. Да. Как пылесосик. Ну да. Мне сделали вот такую, кстати, где она? Которая раскрутилась. Вот, пожалуйста. Короче, тестируем Dyson. Представляете, его нет в покупке. Наличие в Москве. Да. Как и с айфонами. Так, пришли в магазин. Так, короче, я себе купила 6 кремов. Вот, сейчас вам покажу. Всего за 5 косарей. А раньше этот крем стоил 1700...
1799, а я их купила, короче, со скидкой. Я просто очень люблю крема Victoria's Secret. Вот, я купила за эту стоимость. Очень расстроилась, что фена нет. Да хуй знает, мне немножко другие мысли были. Короче, фена нет. Вот такие дела. Стрижем. И Леночка. И я здесь. Это змеиная кожа. Если кто-то не знал, как она выглядит, то вот. Она выглядит вот так. Так, следующая волочка. Сейчас побреем подушечки, и остальное будем все делать ножничками. Сегодня у нас на ужин вот такой стейк. Мега острый. Проклинает всех. Ага. Ну вот супи сдохните. Она такая. Она такая, зевзик мой хороший. Весь мир блок, Лола Тайлер.